Так, что там? Награду дадут? Дадут. Эх, есть у меня такой же. Это Блэкторновский крест. А где он у меня? Непонятно. Кто-то его носит, что ли? Что, одевабельно, в общем-то? На самом деле, вот урон от огня плюс 16% это реально делает метеорит мощнее. Посмотреть, что там можно в нем поменять. Ну так больше ничего цену, в общем-то. Желудок как-то странно себя ведет. Может быть, ты снова забыл поесть? Как раз наоборот. Я решил сделать запас сразу на весь день и ел, пока кусок не перестал лезть в горло. Хм. Так, видимо, ты переел. Как сложно быть смертным. Так, собственно, что меня беспокоит в этом амулете? Беспокоит меня минус 8% урона и минус 16% урона от огня. Вот это меня серьезно беспокоит. Меня... Если его одену, метеорит не будет бить нормально. Кстати, он живучий, скорость атаки, здоровья, то есть, в принципе, одевается на кого угодно. Можем другому персу оставить. Зачем мне это делать? В смысле, зачем тебе это делать? Что, амулет нельзя? А, да, амулет нельзя. Так. То есть, вот это заменяется. Сопротивление молнии. На здоровье с удара. На здоровье с удара здесь хорошее. 2,5К здесь. 1400. 16 здоровья, это, видимо, поэтому там столько живучести, да? Стойкость там повышается из-за этого. 5 скорости атаки. Ну, на самом деле, здесь то есть урон от огня. Наверное, из всего того, что я здесь взял, то урон от огня. Либо инту. Вероятность крита есть. Просто думаю, вот, если скорость атаки заменить на что-нибудь. Стоит это все, конечно, пипец дорого. Но на самом деле, что, есть урон? Холод, огонь. Вот холод мне не нужно. Скорость атаки. Ну вот это вот тоже. Мусор какой-то. Так, этих штуки две. Такой самоцвет, наверное, могу сделать еще один, да? Че это там, аметист? Так, вот такой, да? Ну, то есть могу, если что. Ну, на удачу. Да ничего нет уж, давай. Бульк. Ну вот, привет.
Давайте еще один камушек. Чпокнем. Так. Ну вот, 650 конту, это может хоть как-то позитивно сыграть вообще. Ну вот, урон не уменьшается. Вроде лечение стало ниже, а то же скорость атаки, да? Ну а в обратную сторону 3% урона за минус 11 стойкости, как-то так себе. В любом случае оставлю. Так, шмотка на 70 уровень. Вкупе, скажем, с двумя шмотками Блэкторна будет 250 живучесть, 10 к урону особым противникам. И за счет вот этого колечка будет на самом деле даже 25% золота. И урон-то так уменьшен на 10%. Но это тоже так себе на самом деле. Так, поручение выполнили, можно в рифт сходить, наверное. Опс, выпил случайно. В рифт, конечно, банок буду взять. Нет банок. Сюда домой народ обречен на гибель среди колонн. Так, а банки вот здесь, по-моему, продаются. Пусть варить и разливать кашу не самое почетное дело, но воины не могут сражаться и умирать на голодный желудок. Как-то вот так. Победи монстров, ждущих тебя за порталом, и будешь вознагражден. Вот эти плотные ребята. Еще рано. Оу. Нет, вас я не хочу получать ничего. Спасибо. Фэс проседает. Захвата, что ли? Могила в одну ждала. Что, ять, не бей по мне. У него нету даже, блин, большого запаса здоровья. Чтобы все равно не убить. Нужно подождать.
О, нет. Сейчас паучки, что ли, будут? Вообще не хочу. Заморозили? Еще себе. Я думал, что успею отойти. Да отходи уже. Атакуют еще. Помоги мне! Мухи, конечно, злые вообще. Ты что здесь с тюрьмой такой весь крутой, не пойму. Еще рано. Меня серьезно ну, ранили. Скотина, а? Не-не-не-не-не. Нужно подождать. Еще рано. Ушел. Что это тут за такое? Лазеры? Что-то я не понял. Нужно подождать. Thank you.
Серьезно, что ли? Это только разминка. Нужно подождать. Легендарочки что сыпятся? процентов мне уже выход на четвертый уровень. Блин, страшно, потому что не хватит. Пошлите на четвертый. Оп, портрол не захватил. Нужно подождать. Готово. Метеор промазал. Телепортируется, что ли? Вам, блин, вихрь телепортируется. Ну, вообще скотина. Нужно подождать.
еще рано. Да что ты, как неприятно промазывать-то этим метеором-то. Прям хоть на фрисах лови. Поставить парагон, что ли? Себя восхищаю. Ух ты, элитники. Телепортом, что ли? С заморозкой. Я не готова. Ничто не спасет! Нужно подождать. Ждали? Готово. Что, не ждали? Нужно подождать.
5. Думаю, что наберем. Пора размяться. Это литники прямо на входе. Мститель быстро раскаленный. Вихрем, зараза. Давай, 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 давай. Держись, держись. Я не готова. Готова ты. Да блин. Ну замрились. Все замерли тут. Еще рано. Тут два элитника, ну блин, как всегда. Так, подлагивает что-то. А вот вампир чубной что-то там, это вообще легко. Стоишь на месте, забрасываешь его бураном, ничего сделать не можешь. Всякие супостаты с вихрем, вот это вот, конечно. Неприятно. Что это тут заморозка? Да что ж вы все, кто с заморозкой, так сразу с этим, что ли, с лазерами? Что это за напасть-то? Мух еще там рядом наспавнили. Пока не получится. Блин, блинги. Жесть. Нужно подождать. Банка. Банка. Пока не получится. Получится. Я не готова. Жесткий чувак, конечно. Очень неприятно. Нужно, конечно, аккуратненько зашотить. Нужно подождать. Замораживайся уже, а. Нет. Всякая мелочевка тут отвлекает. Пока не получится. Исцели меня. Лазеры ставят не он, кто-то еще. Прислужники ставят лазеры, скорее всего. И у него прислужники мухи. Это жесть, конечно. С таким вот элитником, блин, сложнее, чем даже с актовым боссом-то.
Теряет страх раскаленный метатель. Это как-то более дружелюбно, что ли. Вот этих чуваков выбрать, конечно. Больно, никуда мощный. Нужно подождать. Так, метеор, похоже, не прошел. А, это тоже элитник. Чё они плотные такие-то, а? Прям непробиваемые какие-то. Так. Что, обычные мобы немножечко. Еще рано. Ну как вам это? Вот кто лазер ставит? Не этот. Вот это что ли? Кто это такой? Какой-то кусочек от элитника. Там где-то еще есть такой. Лазера кто-то ставит опять. Я предвкушаю отличную битву. Метатель с вихрем, конечно, это, конечно, неприятно. С вихрем сейчас мне расскажут. Я не готова. Вот это было мимо. Еще рано. Так, ну минус один. Так. Ну давай, куда ты пошел? Стоять. Нужно подождать. Не пойму, там было минус два или нет. Вроде сдох. Хоть кто-то убегает. Вот это подлость, конечно. Бейлингов затягивать. Так, 94. У нас есть опасность, что на следующем паке нас просто это встретит страж. Такая немаленькая вероятность. Подождать. 98.
хочу случайно сагрить элитника, потому что здесь если к стражу добавится еще элитник, то вообще печаль. Так, страж у нас... Ага, понятненько. Плотный... Обалдеть. Вообще непробиваемый. К эффектам контроля иммунитетен. Обалдеть. Я не готова. Ладно, хоть станется. С молнией. Нужно подождать. Чтобы у меня банка откатилась раньше, чем он не здоровился с ним. Куда ушел? Что это такое? Помоги мне! Что за чит вообще? Слышь? Еще рано. Так хотя убить может. Понимаешь, что крыша осыпается вокруг него, а не надо мной. Ну ладно, сейчас баночку откатим. Стоять! Заморозка. Стой! Метеоритом получить должен. Не хватало еще по тебе метеоритом промазывать. Я не готова. По-моему, он не притягивается к дыру. Вот это вот вообще меня огорчает. Метеорит без баф получился. Надо метеорит на пятерочке по генератору включать. Опять что-то запрыгал. А, иди сюда. Так, стан. Прыгать метеорит бесполезно, кстати, потому что больно он это подвижен. Заморозка. Заморозка, говорю. Метеорит. Помоги мне! Нужно подождать. А банка-то на откате? Внезапно. Неудобно бить. Вправо вниз. Заморозка. Не заморозка, что ли? По-моему, он готов уже. Не зайти бы сейчас еще в ту зону, где я сам не зачистил. Так, можно, наверное, баночку выпить. Заморозка, заморозка. Готов. В сумках уже нет места. А в сумках нет места. Вот это подстава. Я возвращаюсь в город. Легендарки там какие-то не выпадали.
она, собственно, замена на меньше здоровья, меньше живки, на побольше интеллекта, и время эффектов контроля снижается. Это нормально, чё? Так, а здесь чё? Да что-то ни о чем, по-моему. Броня 1100. Так, остальное, видимо, под разбор. 0,5. Остальное под разбор все. Собираем остальный хлам. Пора возвращаться. Большой, конечно, соблазн щит одеть. До меня не доходило вестей от храдримов, которых мы. Но как-то 30 урона на 30 стойкости. Течет урон хочу. Страшно подумать, что кто-то еще из нашего ордена мог попасть в беду. Мы все понимали, на что идем.